Здравствуйте. При частом использовании напольных весов, как правило, батарейки, штатные батарейки таблетки хватает ненадолго. Поменяю ее на литий-ионный аккумулятор 18650. Вот у меня есть с хорошей остаточной емкостью с разборки. И думаю, что этого аккумулятора хватит на весь срок службы этих весов. Напряжение батарейки 3 вольта, у аккумулятора максимум 4,2. Подзаряжаю аккумулятор я при помощи вот такого подзарядного устройства. И можно как подзаряжать, так и проверять емкость аккумулятора. Сам процесс пайки не снимал. Подпаялся к контактам при помощи паяльной кислоты. Это намного облегчает процесс пайки. Ну и каким-то вот таким вот образом все это будет выглядеть. Значит, здесь закреплю термоклеем. Такой способ установки доступен только в подобных моделях весов, так как здесь есть место для скрытой установки аккумулятора. Он не мешает нормальной работе весов. А уже, к примеру, вот в таких весах намного тоньше. Скрытно поставить аккумулятор не удастся. Если только не нарастить высоту опор. Ну а теперь небольшой комментарий. Я использовал вот такой вот аккумулятор с выводами под пайку. Если у вас аккумулятор без выводов, то лучше использовать подобие вот такого бокса. Потому как литиевые аккумуляторы не любят высоких температур, и при пайке можно их повредить. Ну и для автономной зарядки можно использовать вот такие модули заряда. Тогда можно будет заряжать обыкновенной зарядкой для телефона. Что-то подобное я делал вот на таком фонаре для кемпинга. Здесь был
старый свинцовый аккумулятор. Я поставил одну батарею 18650. Тут вот модуль зарядки. И теперь его можно использовать в походных условиях. А здесь подзаряжать обычной телефонной зарядкой. Итог. Весы работают. Про замену батареек можно забыть. По такому же принципу можно менять батарейки в других приборах. Надеюсь, кому-то будет интересно. Спасибо за просмотр.